А ты знаешь, мы же надо будет заходить. А вы не лечим, не лечим, не лечим. Wer war der Mann, Jürgen Sondermann, er sagt denen, wir gehen mal gehen jetzt. Trennen wir sie nicht. Когда мы приступили к строительству музея Петра Петровича Кузнецова, то первая задача, которую мы поставили перед собой, показать и доказать руководству Казахстана, что Петр Петрович Кузнецов общероссийское явление. Один из крупных. А по масштабу, по интеллектуальному уровню, Кузнецов тот народный представитель, вот и выше. Я сказал, я сказал, наш казарный мотоцикл, Сергей в одной семье, которая я начал вас таким рассказал, живем среди татар в Лату и Мире. Два языка мы знаем, третий наш. Но помним все о Гулыпе, Батыре, но разве я не истинный чуваш? Когда-то, незапамятные годы, наш улыб, пробираясь на восток, прервал здесь путь, присел на пень колоду и из локтей повытряхнул песок. Ушел Батыр, остались два кургана, обжили наши предки этот край, Кивьял. Они название дали стану, где был новый рода. И вот восстание предотвратил будущий священнослужитель нашей церкви Александр Владимирович Кузановский. Он сначала договорился с руководителем царских карательных войск, а потом говорил христиан. В 1875 году здесь была открыта вторая Спасская уезда, земская комиссия. Также я должен сказать, то, что у нас работали выдающиеся священнослужители, и священнослужители, так и врачи. Достаточно сказать, что хирург Быков, врач нашей больницы, участвовал в двух пироговских чтениях. А пироговские чтения, это высшее, участие в пироговских чтениях, это высшее признание деятельности медицинского работников. В 1878 году стараниями Ивана Яковлевича Яковлева, о том, как ему не надо говорить, при прямой поддержке Ильи Николаевича Ульянова у нас была открыта двухклассная земская школа, и первым учителем стал Илья Савельевич Бергановский из села Бергане Буинского уезда. Я должен сказать, что наша школа одна из самых старых и самых знаменитых в Республике Татарстан. Достаточно сказать, что два наших учителя награждены высшим орденом СССР, орденом Ленина. Это Мария Филипповна Лукоянова и Андрей Дмитриевич Сафронов. Также большое количество учителей были награждены орденами и медалями. Ну, там у Василия Ивановича Лукоянова вытянули двух красных знаний, пять человек были награждены орденами знаков почета и более 20 человек медалями СССР. Вот именно в эту школу к этой учительнице в 1916 году к Наталье Яковлевне пришел мальчик. Петя Замков, который в будущем стал национальной гордостью чувашского народа. А Наталья Яковлевна проходила как раз в нашей школе педагогическую практику.
И то, что возглавляет один из лучших переводчиков вообще во всей советской литературе, это во многом говорят Наталья Яковлевна. Потому что она великолепно знала три языка, чувашский, русский и татарский. Сама переводила с русского на чувашский, из чувашского на русский классиков, в том числе и русских. Наталья Яковлевна впервые познакомила Узангая с творчеством основателя современной чувашской литературы Константина Васильевича Иванова. Кстати, в 1909 году с фольклорной экспедицией, как установили наши краеведы, а это установили интервью Мехова, Константин Васильевич Иванов побывал в нашем селе. То есть в нашем селе побывали два первых чувашских поэта. Так это звучит парадоксально. И Наталья Яковлевна стала приучать Узангая писать аспирантуру. Потому что в третьем классе она же начала выпускать школьную газету, а в пятом классе редактировал школьный журнал «Шурамбург». И тут еще вот что нужно сказать. То, что Узангая сильно интернациональное начало, подтвердили уже 30-е годы. Поэму «Нарспи» пробовала переводить на татарский язык сама Наталья Яковлевна. Но это у нее не получилось. Точнее, не получилось на том уровне, которого требовало само это произведение. И тогда ее ученик попросил перевести эту поэму на татарский язык своего друга, прекрасного татарского порядка переводчика Шарафта Мулависа. На татарский язык переведена Шарафта Мулависа. Тут я должен сказать, то, что консультации при переводе этой поэмы оказывал другой великий татарский поэт, друг Петра Петровича Узангая, Исаак Залиев, который являлся в то время председателем правления Союза писателей татарской АССР. Вот когда мы начали искать вот эти козыри, грубо говоря, то, что нас объединяет с татарским народом, то, что объединяло Узангая с татарскими писателями и поэтами, то у нас постепенно начало возрождаться. В 1923 году Узангая начал 8 классов нашей школы, и глубокой осенью пришел в Казань. До Казани он шел около недели, у него попадались покупки, и тогда же он поступил в Восточный педагогический техникум. И должен я сказать, то, что главную, основную помощь в становлении Узангая как поэта оказали выдающиеся татарские литераторы Адель Бутуй и Хадид Акташ. Вот вам второй козырь. Псевдоним Узангай ему посоветовал взять как раз Хадид Акташ. Кузан – Казань, а Гай – чувашская частица, означающая принадлежность. Вот переводите. Кстати, второму сыну Хадид Акташа имя дал Узангай. И он носил имя Аван Хадиевич Акташ. И это тоже говорит о связях татарских и чувашских литераторов. 23 января 1928 года в гостинице «Казанское подворье», это мини-гостиница «Казань», она уже более 10 лет реставрируется, Педер Узангай и другой будущий народный поэт Чувашии, наш сосед Николай Иванович Ледин-Русов, встретились с Владимиром Владимировичем Маяковским. У Маяковского стихотворение «Казань» есть подписчивая песня. «Марш ваш, наш марш, я чуваш, послушай кумаш». Эти строки вызваны как раз встречей Узангая с двумя выдающимися, то есть Маяковским уже выдающимся чувашскими литераторами.
И, кстати, в разговоре с другим чувашским публицистом, писателем Никифором Пасанка, Маяковский сказал: «Ваш Кузангай – блестящий поэт. Его ждет великое будущее, и он еще прославит свой народ». Предсказание для великого пролетарского поэта сбылось. И Кузангай действительно прославил наш чувашский народ. Это дом, в котором жил Петр Петрович Кузангай. Он стоял метров 150 отсюда. К сожалению, в 50-х годах, там за 50-х годов, после того, как он забрал свою мальчику в Оксаре, дом был разрушен и пушил на дрова. Это друзья от Кузангая, Петра Петровича Кузангая. Степан Дмитриевич Мукусин. Сверстник и сосед Кузангая. Степан Дмитриевич Мукусин жил здесь. Дом его отца стоял. Вы, конечно, помните, наверное, даже знаете, поэму «От зари до зари» Алданрав Алданцин. И там такие строки: «Андях уворзен цензор влади, пидет ваши самоцаря, карах кушпа гуринде адме, ял пидамне пицаверя». У Степана Дмитриевича Мукусина тоже очень яркая судьба. Войну он встретил в первые же минуты по западной границе в качестве командира заставы. Несколько раз был ранен, несколько раз контужен, потерял глаз, но с партийным билетом и с оружием вывел небольшой отряд людей из окружения. В 1944 году при форсировании реки Сож в Беларуси он был тяжело ранен. Несмотря на это, командование оставило его в кадре. Во время войны и после войны Степан Дмитриевич Мукусин был лояльным комендантом города Запорожья. Но после встречи с Маяковским Кузангай начал переводить Владимира Владимировича Маяковского. Практически все Маяковские Кузангай переведет на чувашский язык. Что с ним впоследствии сыграло трагическую роль. А здесь есть. Надо было оттуда идти. У нас вот уже
Бұнда тілімелі өлі құлазен бұлына. Сәу құлазен бір кезем қатып сұқазай бұлына. Марача, семендер, сомар, саркел. Пирен қалы бір шау патшалықыра, саварзен қазен құйрым бұна бұлына нәрісі дек. Шешігінді қамықты? Каспий Денис Харинде. Нақмай қалазан, шак кенезе, үтті қалықсем, бұрыссен жаланақ ол кенезе Хвалынске мұры дейін. Құртта китабық лепті бізе, бұрыссен бұл кенезе Хвалынске мұры дейін. Вырынды қалық, Иран қалық еде, Кавказ қалық зенде бұрде ол кенезе Хазар кенезе дейін. Бірден Перембет Пардаван қалық Хазар зен мұнда құжа болзады. Географияне Тұрзайлыны мүлде жат, Чувашияде Каспи, Пинерби, Сильби. Кашхибиге. Тарзайулына, по-дебе, история Тарзайулына, Чувашсем, Панагер, Кашхибиге. Шаванда бері мұнда күшек де бұлайд, бөжі дезен, қындырдан келеші арабсен, мусульман, дәлавнеетса. Шу жерден Хазарзен, бізден уже иудаизм дәлавайынде бұлны. Бізден күшінде эпир. Арабсен бе, Хазарзен күшінде хоружы бір жерзен бұлды. Видену мая күшек, и кашне жерде пирен жерзен бұрлы. Бара пирен чыдай мазыр, или всерек. Шапшыр забрақсы, бізі бая байлан зағайшы. Пір байы Аспарух хан дертсе бұны бе, халхи Адолзе Дунай енгелі ғайад. Онда әнде аршы замғайшы нөмәдірақ, бізе мұнда шабырына жетсе бары, бұрынды славян қалағыз деп тұқындарзы, қолқар батшалағы дергелі зарасшы. Анжақта арымызем славян зем бұны бе, аршы зем беланақ бізем бұр жыра, славян керарамызем адезіне бары, славян лағалашы үстереші. Бізші мүш тұлақты мүш ұруран, шау қалық, чүлге славян келге бұл заведі. Хайзен жүргене өзім қал, прото-болгарский язын кезек қалысшы. Кебір бұлғар өзім, кеміл бұлғар өзім, қабарашы шақшыр зіне, бара күнда өзім Адолзек бұлғар патшалығы бұлғашы. Берін савар өзім, күрек қабармаш, берін күнда қабарыш кебір шажылданын өзім. Бара өзім, шанда бұлғарда өзім арақ оқуан әлергелесі савары. Биде өйлі адаланыңызға қайтсақ бұлы. Болғар бада пырдан болады, мүрдені болғарда бір құтыр құшайып, бюджетлене кейбір чеканелі кесі, тұрсыз әліғаны, шаптына құша шаптына болады. Саварда құша шаптына болы құтыры. Бара бізден құшынде Сәкімбек Харга жоған болдыр кезе, деп қоғаны, тұғаш ешіне рейн, ешіне жерге филлер болады бұл. Бірден болғарды мусульман дәне ежін жүхне, савар зем, ежін маш мусульман дәне, мүрден бізден Кавказран күнда жеге келіне, мусульман дәне ежін аспар дезе. Тадақ күнда жетіне араб зем. Бара өзем, шақ хулана да прақса кәзі, қаяшы, Ибн Фадлан жерәд. Все народы приняли ислам, истинную веру, и только народ, называемый сувазами, отказался. И во главе, и большая часть суваров во главе самозванцем Вырыхом ушла с этих мест. Бара зем, Вырых ерце бу небе, Халхи Жубашка дәліне ұладывайш, бұна қарты жінде пірәміш болды. Неміз география Гербер Штейн, үйгерзе ғыны бұл қарты бұр, бұл мұскавра, бұйын етерліскі мүзері әлден керіліп ошы кірі. Қамдаған мұскавра болады, хабар, амүргене, бұғыр, шауға қартына шасады бұр. Бұл білдеп бұғыр, ұнда шырза ғына бәді су ар дезе. Бәді еп Құрды прайвыш қола бері Шубашқар бар, Чебоксар бар, Батасы бар. Вот Шубашқар шығында дұштай. Шабайды қажы шал қаттырзіне. Озан ұрық түне үйрінас бар дезе. Үшшағайына қара Чебошсен бүлендер, Құшқыстана қаран, Үшшағайына қабар дене сұлас дезе. Бүлі шиғып тұны Чебошқай бар дезе, қарин түне жінде. Зіне. Ну, мальчик не заранее, из этого трапа мало что сидит. Из этого трапа мало что сидит. Она экспорт не делает. Если ему ты здесь парень маленький. Блин, заболел. Тогда где сейчас? Тамашмен надо. Я шуру, на жун. Волна, бур, булава. Вот пойдем, вот ты ему лозунги жагам. Официально лозунг пойдем, не держите, вообще
прогазень официальные лозунги «Волна, бур, улад». Саша за подаки могок. А сколько надо? Холышек. Труд, все перетрут. Да? О, реально нашли! Вот там такая 150 рублей стоит. Сегодня зашли. Вот такая. 150 рублей. Этот. Ну-ка, подождите. О, какие большие раки. С пивом. Ой, один не может. Воду надо побольше принести. Вот самый здоровый.